Итак, всем привет, на связи Криптоник. Мы продолжаем фармить на медвежке. И сегодня у нас на повестке дня прям супер гем под названием Hooked Protocol. Разберемся, что из себя представляет данный проект, ну а также как мы сможем отсюда вынести максимальный профит. Желаю приятного просмотра. Ну и для начала ознакомимся с самим проектом, что такое Hooked Protocol. Переходим на официальный сайт с телеграм-канала. Пост о данном проекте я уже выкатил, поэтому нажимаем, переходим и знакомимся с данным проектом. Hooked Protocol – это проект, направленный на привлечение новых пользователей Web3.0 через Learn to Earn и игровые механики. Миссия проекта – собрать живое комьюнити и вовлечь его в мир децентрализации. У проекта будет два токена – управляющий токен Hook и внутренний токен HGT, в котором будут выдаваться награды за активность внутри экосистемы. Листинг токена Hook запланирован на Binance. Сейчас же идет подготовительный период. Подписка откроется с 1 декабря 2022 года и будет длиться всего 3 часа. Распределение токенов произойдет в период с 9 до 12 часов по московскому времени 1 декабря. Ну а сам листинг токена запланирован на 4 декабря 2022 года. Первым проектом экосистемы стало приложение WildCash. Приложение доступно только для Android, к которому мы перейдем чуть позже и разберемся, что в нем можно делать для нашего заработка. Поскольку ключевые рынки у проекта на данном этапе это Индонезия и Бразилия, а там 89% пользователей сидят именно на Android, в этом приложении мы можем добывать токены HGT, несколькими способами. Первое. Проходить легкие квизы, закрепляя свои знания Web3.0. Второе. Приглашать рефералов. Ну и третье. Быстро нажимать по экрану и добывать токены игровой киркой. Обменять токены HGT на разблокированные токены UHDT можно при достижении баланса 800 тысяч монет. После этого их можно будет обменять на BUSD. Если говорить о команде проекта, то на данный момент нигде информации я не нашел. При этом, конечно, мы еще позже перейдем к white paper и ознакомимся с основными механиками данного приложения и данного проекта. Но главными инвесторами и партнерами являются Binance и Sequoia Capital. Конечно, о них можно говорить многое, но я думаю, уже достаточно назвать просто название. Буквально каждый из мира криптовалют должен знать, кто такие Binance и кто такие Sequoia Capital. На своей памяти я лично не помню ни одного неудачного проекта, в который заходила Sequoia Capital. Ну что ж, давайте теперь мы перейдем в их Twitter. Посмотрим, что там есть интересного. На данный момент 40,5 тысяч участников. При этом активность очень даже неплохая. Даже, я бы сказал, высокая. Поэтому, если хотите получить полезную информацию, можете сюда перейти и начать его читать. Также давайте теперь мы вернемся к токеномике. Здесь сразу можно отметить, что 20% токенов идет на Private Sale, также 20% идет команду и адвизорам, 30% будет направлено в саму экосистему, это все мы говорим о токене Hook, 25%, напоминаем, выделено на комьюнити, очень даже неплохо, и 5% на Community Sale. О том, что есть тут заработок, думаю, говорить не стоит, видя эту токеномику, и можно также перейти в White Paper, где уже более подробная информация о самом проекте, можно здесь все прочитать, все просмотреть. Достаточно понятно здесь все описано, но я думаю, мы уже более подробнее ознакомимся, перейдя в само приложение данного продукта на мобильном устройстве. С основами проекта я вас ознакомил, рассказал вкратце всю основную суть и миссию его, поэтому давайте уже будем переходить в приложение. Для этого, конечно же, в первую очередь переходим в телеграм-канал и действуем все согласно порядку. Начиная с первого пункта, это скачиваем приложение, я здесь ссылочку оставил, нажимаем на нее, переходим. Конечно, скачиваем, пока только приложение есть на Android, поэтому скачиваем на него и уже можем начинать использовать приложение во всей его мощности. Так, ну что ж, вот мы и перешли в само приложение. Далее можем зайти при помощи либо Google, либо Facebook. Я выбираю Google. Ну и после того, как зашли в данное приложение, давайте быстро ознакомимся с ним, что здесь есть. Первая страница — это наши с вами квизы, где мы сможем и зарабатывать токены Hook. Конечно, здесь есть разные виды режима игры, но я думаю, с этим мы разберемся чуть позже. Далее идет вторая вкладка — это
это у нас рефералы, то есть здесь мы можем приглашать наших с вами друзей, там еще кого-то. Также можем начинать это обузить на разных устройствах, на различных клонов приложений и так далее. То есть нажимаете вот сюда Chrome iTeam, копируете ссылочку и после этого можете отправлять ее и при помощи нее уже заходить в данное приложение. Перейдя в вкладочку майнинг, мы здесь можем начинать майнить. То есть для этого нам нужно нажимать вот на данную кнопочку постоянно. Но прежде всего, конечно, нужно перейти вот сюда в кирку, нажать Mint, заминтить кирку, она улучшилась. И далее нажимаете Tab и вот таким образом можете майнить. То есть работает это достаточно интересно, но очень долго. Конечно, это немножко запарно, но если установить какой-либо автокликер, то можно вполне себе даже это все неплохо фармить. Ну и также хочу напомнить о том, что на первом уровне мы сможем только лишь 10 тысяч монет зарабатывать в день, максимум монеты HDT, это все о них говорится. Но дальше, улучшая кирку, мы сможем уже увеличивать данный лимит, поэтому вот, как видите, пока что лишь только 10 тысяч, это вот здесь справа сверху указывается. Также с развитием и более прогрессированием в данном приложении я вас буду ознакомлять в своем телеграм-канале, поэтому опять же переходите туда, если хотите получать всю более подробную информацию, как больше профита выносить с данного приложения, потому как я считаю, оно в будущем может реально начать неплохо платить, ведь все же есть Binance, выходить будет на Binance уже 100%, и при этом Sequoia Capital тоже является здесь инвестором, поэтому это тоже примите во внимание. Ну и перейдя во вкладочку Wallet, здесь вся подробная информация о вашем кошельке, то есть также NFT, который у вас есть. То есть вся информация именно находится здесь. Можно нажать на Details. И вот показывает ваши все транзакции, все, что вы здесь тратили, все, что вы получали. То есть это все можно отследить во вкладочке детали. В принципе, думаю, все понятно. Давайте перейдем к игре в квизе. Нажимаем Quiz to Split. И здесь выбираем правильный ответ. Конечно, приложение на английском – это небольшой минус, но самое интересное – это то, что примерно за 10 вопросов вы получите 1200 монет HGT, и при этом лучше брать максимальный уровень сложности. Да, здесь можно еще выбирать уровень сложности. Вопросов пока немного, и они часто повторяются, поэтому это можно, опять же, обузить. Обузить очень просто, поэтому начинайте это все использовать, начинайте это все делать, ведь в будущем, возможно, вы получите отсюда максимальный профит. Мы зашли сюда очень рано, на достаточно ранней стадии, поэтому, конечно, примите этого внимание. После того, как мы прошли с вами первое задание, нас перекидывают вот такую вкладочку, и мы здесь можем вот выбрать самое сложное и начать уже его проходить. То есть отвечаете на вопросы, все здесь максимально просто. Ну и вот, пройдя 10 вопросов, я получил 1890 монет. То есть, как по мне, очень даже неплохо, и сразу же можем опять продолжать. Вопросы здесь, опять же, повторяются часто, то есть, я думаю, некоторые из вас это уже заметили, что не единожды вопрос повторялся, и поэтому запомнить их можно. Хотя я советую вам действовать по принципу «самый длинный ответ», либо, если есть вариант ответа «все перечисленное выше», то выбирайте также его. Как правило, еще я тут заметил, что практически везде, где есть слово «true», либо «yes», «correct», это, опять же, будет правильно вариант ответа, поэтому примите этого внимание. Фармится очень просто, очень быстро, поэтому можете, не затрачивая много времени в день, заходя сюда буквально на 10-15 минут, в будущем, опять же напоминаю, получить максимальный профит. Ну и вот, перейдя в наш кошелек, мы видим, что 41 тысяча монет у меня уже есть. Это все можно отследить в деталях, где мы видим наш заработок в этих квизах. То есть это все очень просто делается. Ну и самое главное тут — это дважды в день проходить данные квизы, которые находятся вот здесь снизу. То есть первый квиз доступен с 00 по 14.00, второй с 14.00 по 00. То есть заходите, проходите данный квиз и попадаете в розыгрыш монет HGT. И в случае чего вы можете их также этим данным способом зарабатывать. То есть не обязательно здесь даже проходить без ошибок. Конечно, если пройдете без ошибок, это увеличит ваши шансы на победу. Но если даже допустите ошибку, либо две, то все равно сможете принять участие и получить данные монеты. Основная наша задача — это накопить 800 тысяч монет, с которых становится доступен вывод, и мы можем уже их выводить. Также хотел бы напомнить о том, что здесь можно закинуть монетки в стейкинг, то есть заходите в свой кошелек, опускайтесь пониже, и здесь указываете определенную сумму, которую хотите закинуть в стейкинг, и нажимаете Stake Now. После этого все ваши монеты находятся в стейкинге, и как вы видите, вот 0,15 монеты мне накапало, хотя я вот только буквально закинул.
то есть по 10%. Поэтому все очень просто, в любой момент их также можно отсюда достать. Нажимаете Unstake All, и они в вашем кошельке становятся доступными. Ну и по моим подсчетам, примерно за день можно нафармить около 50 тысяч монет. Конечно, это все еще зависит от того, насколько хорошо вам могут насыпать за данные квизы. Грубо говоря, чуть более 10 дней потребуется для того, чтобы заработать 800 тысяч монет. Начинайте прямо сейчас, время много не затратит, и вы сможете потом попробовать вывести. Думаю, на этом можно будет неплохо заработать, вполне даже неплохо, тем более, что на данный момент еще мало кто знает о данном приложении, хотя оно очень, я уверен, быстро получит популярность за счет Binance, и когда набежит основная толпа, мы уже здесь будем опытные, такие, знаете, майнеры данного приложения. Ну и вот такой несложный функционал у данного приложения, в принципе, выглядит оно очень интересно, вопросы реально тоже интересные, но при этом, конечно, это все можно легко обузить. Старайтесь использовать и фармить с нескольких аккаунтов, это я вам даю большой совет. При этом, видя Binance и Sequoia Capital, сразу, думаю, все вопросы по поводу скама отлетают, поэтому очень крутой проект, это реально гем, и у нас с вами, возможно, появляется еще один крутой способ заработать на медвежке. Поэтому старайтесь залететь, заработать как можно больше монет, думаю, что это все вам в будущем может принести профит. Но это пока все, что я хотел рассказать о данном проекте. Более подробную информацию можно, опять же, найти в их white paper, находится он на официальном сайте. Все есть нужные ссылки, вся информация, которая вам, опять же, нужна для запоминания, для того, чтобы вы поподробнее, опять же, смогли его изучить и ознакомиться, находится в моем телеграм-канале, поэтому переходите туда, подписывайтесь на него, ссылка есть в описании данного видео. Также подписывайтесь на данный YouTube-канал, ставьте лайки данному видеоролику, пишите какой-либо комментарий, постараюсь всем ответить, но я желаю всем успехов, больших профитов и всем до скорого! Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts, I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong, I won't stop to the top, so you better back off or get lost. I'ma stay loud, stay proud, never running out, never heading south, I'll be spreading out, call it word of mouth.